Губернатор Приморского края Олег Кожемяка вручил символический ключ от грибной базы в поселке Лозовом, обновленной по национальному проекту «Демография». Возрождение этой базы олимпийская – это продолжение тех славных традиций, которые были заложены здесь, начиная с 59 года, когда именно здесь начинали готовиться спортсмены для соревнований в Токио. В последующем это возрождение этой базы, подготовки к соревнованиям непосредственно в Сеуле, и где наши спортсмены зарабатывали очки, значит, становились призерами, чемпионами Олимпийских игр. Через эту базу прошли тысячи мальчишек и девчонок. Теплое озеро стало уже брендом не только Приморского края, но и Российской Федерации. За год был построен двухэтажный комплекс с учетом всех передовых технологий. Так обновленную грибную базу высоко оценили гребцы российской сборной, готовившиеся здесь в июле 2021 года к Олимпиаде в Японии, назвавшей ее одной из лучших в стране. Порядка 430 миллионов ушло на сооружение этой базы. И вот сегодня мы видим, что она отвечает всем международным требованиям. Она способна принимать спортсменов, готовить. И я уверен, что сегодня, с учетом смещения вектора на восток, она станет центром подготовки наших спортсменов, центром подготовки спортсменов из дружественных стран. Поэтому она будет жить, будет дальше развиваться. В этот же день здесь состоялись финалы международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Кубок губернатора Приморского края с участием спортсменов России и Белоруссии. Глава Приморья вместе со старшим тренером Республики Беларусь Геннадием Галицким вручил награды победителям финальных заездов на дистанции 200 метров. В каноэ-одиночке золотые медали завоевали Ирина Андреева и Иван Штыль. В байдарке лучшими стали Марина Литвинчук и Олег Гусев. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.